Ну, конечно же, гусар не может без любви. И следующую свою песню я хотел бы начать стихотворениями прекрасными Аллы Потаповой, президента Русского собрания, город Киев. Не поддавайтесь нелюбви, она безжалостно разрушит все то, что согревает душу. Не поддавайтесь нелюбви, учитесь ближнего прощать. Не каждый в этой жизни воин, но каждый милости достоин. Учитесь ближнего прощать.